сегодня. Сегодня. Сегодня у нас второй день встречи на хуторе Кормила. Второй день, соревнования второго дня проводит наш друзья клуб, московский клуб «Пневмопрактика». Я тебе сейчас тресну. Уйди из кадра. Итак, второй день соревнований на хуторе Кормила, наша встреча ежегодная, пятая, может, прямо скажем, юбилейная, да? Юбилейная. А второй день проходит соревнования, которые организовали наши друзья, московский клуб «Пневмопрактика». Это соревнования в формате практической стрельбы. Вот. И клуб «Пневмопрактика» привезли свои мишени, свои правила, свои призы. В общем, я сегодня отдыхаю. Но все соревнования производятся из наших винтовок, в частности, из «Лели» и «Матадор Р5М». Все участники стреляют из одной винтовки, из одной и той же. Сначала из «Лели», потом из «Матадора». Could you give me a break? I'm just a fool. Всем привет! Сегодня второй день нашей встречи. Начинается наше соревнование. Сейчас идет приготовление. Выставляем мишени, готовим ведомости, пристреливаем винтовки и в путь. Так что поехали! Готовы, барабаны заряжены. Заряжайте барабаны и начинаем. Раз, два, три. Раз, два, три.
стреляли. Первый матч у нас, как всегда, такой разогревочный, чтобы люди вникли в правила, прошел мандраж и так далее. Ну, мандраж может и не пройти, но тем не менее. Настроение отличное, погода шикарная. Спасибо организаторам большое за такой чудесный праздник. Приезжайте в Карелию, стреляйте, покупайте винтовки, и будьте счастливы. Хорошо сказал. Мы счастливы. Дальше. Нет, крест-накрест здесь не делают. Я уточняю просто. Нет. Сейчас специально вам дали решение, чтобы вы не путались. Сделали вам три снимки. Оксану Эдуарда. Памятные призы. Фирменные призы. Это ручка Паркер. Первые, ну, решили наградить первые 5 мест. Начал с 5-го. Поздравляю. Включение один раз. Самые замечательные. Все, кто приехал, все, кто вырвался. Спасибо вам всем за все. Спасибо за эти 2 прекрасных дня. Сегодня ваш день и ваш вечер продолжится в приятной компании. Еще вас ждет ужин. Если хотите, мы вам еще закажем баню. Мы, к сожалению, вас покинем чуть раньше. Вот, работа, она такая, всегда нам мешает наслаждаться обществом приятных людей. Вот на память о нашей встрече, я как обещала, и, в общем-то, традиционно я приготовила вам всем подарки в память. Спасибо вам всем большое. Гриша, не давайте. Надеюсь, в следующем году. Я хотела бы поблагодарить всех, кто приехал издалека, кто приехал на эту встречу, провел с нами 2 замечательных дня. Эдик, я тебя сейчас убью. В этот раз у нас приехали гости из Ростова, из Калининграда, из Казахстана,
второй год подряд приезжает Карлен уже с семьей. Молчишь? Молчу. Без, как я много раз повторяюсь, без участников нет самого мероприятия. Спасибо всем, надеюсь, до встречи в следующем году. Очень бы хотелось всех опять увидеть. Я спасибо. Воль поддерживаю. Да, спасибо нашему дорогому шефу за то, что поддерживает мои начинания, за то, в организации таких мероприятий. Это действительно приятно. Да. Что? Герна. Герна. Мне сказано добавить нечего. Поддерживаю целиком, полностью, процентов. Очень рад. Пух.